веришь в нее, да? В смысле гасится, никто не гасится. Никуда биты не надо скидывать, у меня все есть. Да не, я чисто так, чисто разовая акция сегодня. Мне просто нехуй делать. Мне, короче, типа игрушку дали мне, я играю с ним, как умею. Да, в Краснодаре мы будем по-любому. Да, с Намжиком, типа, общаемся. К мерчу плохо отношусь, не хочу делать мерч, ну, в пизду его. В Казани будет, да. В Украине не поеду, в Украину пока что. Может быть, потом. Или через 5. На танке только, если. В Ростове вроде да. Я забыл немножко. Да ничего не надо читать. Если не хочешь читать, не читай. Да я услышал тебя, бро. Вообще, респектуха Алдарику. Вообще, я только за... Будет варик, мы фитонем обязательно. Мне интересно как раз... Именно, типа... Это... Нет, в Украине все нормально, наверное, но я туда не поеду все равно. Пусть другой кто-нибудь поедет. А кто у нас андерграунд? На Китае не часто. Канал... Я не знаю, как он называется. Бля, я жду просто человека, он что-то никак не появляется. Вот этот хозяин, мобилки. Вот, так. На Genius никогда не выйдет. Да, подходит. Недавно в Минск гонял. Заебали меня. В музей пошел там. Я люблю в музей ходить. Ну, типа, живопись мне нравится. Вот. Там какие-то школьники атаковали меня просто. Ну, иди, чё. Не ушел. Не знаю. Да что пояснять-то? Я себя хотел пояснить, я бы уже пояснил. Да, у меня... Я, типа, хронически больной. У меня все болит всегда. Кашляю, насморк. Мне нравится Архип Куинджи. Вот. Мне нравится Кустодиев. Мне нравится... Мне нравится что-то у Серова. Но мне русская живопись нравится. Я не особенно разбираюсь. Я так, типа, интуитивно, эмоционально как-то воспринимаю все. Много чего интересного есть. Ну, Куин же прям вообще очень нравится. Шагал нравится. Я русский, ну я, конечно, не совсем русский, но в принципе русский. У меня очень туманная история, я потом как-нибудь расскажу, не буду рассказывать. Да, будут клипы на пару треков.
Пизду меня, ну ладно. Ну, кстати, андеграундеры твои, братан, они нихуя не андеграундеры. Андеграунд — это когда человек делает то, что хочет. А люди зачастую, которые называются андеграундом, они делают то, чтобы быть андеграундом, короче. То есть не совсем. Не совсем они честно поступают. Вот часто так бывает. По крайней мере, я это видел много раз. Ну, сейчас только музыка, да. Ну, не только, есть еще всякие там темы, но как бы в основном музыка. Я нет, не андеграунд. Хорошо отношусь к ППР. Пропало. Не думаю, что стоит что-то ждать. «Соль земли» — охуительная группа. Охуительная. Очень круто. Саграда вообще дико талантливый рэпер. Один из самых крутых текстовиков, по-моему. И мне как человеку нравится, и позиции ему нравятся. «Твой хайп временный». Да и ладно, ну и что, временный, да временный, чё мне, эпоха. Пойду, буду там, не знаю, что-нибудь другое делать. Любимая песня — «Русское поле экспериментов», наверное. Ну, вообще, на самом... Не-не-не-не-не, «В каждом доме» мне нравится. А вообще, самое любимое — это «Сквозь дыру в моей голове». Вот это охуительная песня просто. Я хочу, когда вдаст, не знаю. Я делаю то, что мне нравится, но просто если я... Я не хочу, как бы, типа, вот эти ярлыки какие-то вешать. Андеграунд, не андеграунд, мне похуй. Это я... Хорошо к нему, наверное, отношусь, но как рэпер он мне не нравится категорически вообще. Ну, как-то не цепляет меня. Хотя пару песен. «Подснежник» мне нравится песня. Вот. И еще какая-то, так, типа, одна. «Марабу». Но, по-моему, особенно вот крайний альбом, мне кажется, он уже... Он слишком поверил в себя, и, типа, у него песни очень, ну, такие... похожие друг на друга, и типа как будто он уже делает, ну, в какой-то схеме все. А так, в принципе, хорошо к нему отношусь, очень талантливый человек. Просто надо, просто не особенно понимаю, типа, зачем и куда он движется. Мне кажется, он мог бы гораздо интереснее делать музло, если бы немножко поменял как-то. Графомания, да, тоже мне так показалось. Ну, не знаю, может быть, я просто не заценил, как бы. В любом случае, я не желаю ему зла никакого. И, как бы, рад, что людям вкатило, но, как бы, мне ни этот, ни предыдущий релиз не понравились. Мне понравились какие-то ранние его песни, ну, типа, еще с Fox Fag, вот это все. Что там было интересное. «Ацтекс» мы слушали еще в школе, вот. А сейчас как-то хуй знает. Как прокомментируешь? Не знаю, мне показалась смешная пародия. Вот. Блять, ну как комментировать? Если к этой, ко всей хуйне серьезно относиться, к этой движухе рэперской, то можно с ума сойти. Человек захотел сделать пародию, ну заебись. Ну как бы, я к нему никакого негатива типа, не испытываю. Он был смешно. Толпа, да, была мертва. Это тоже не мои проблемы. У меня просто... Я не хотел светить новые треки. А старые треки, они все у меня очень вязкие, такие скорее, чем качевые. Поэтому... Бля... Дрейк, конечно. Вот эти вот, все вот эти рэперы, они мне не нравятся. Мне белый рэп не нравится вообще. Эта вся тусовка, типа Suicide Boys, Bones, вся эта хуйня, вот эти вот Lil Peep, блядь, и прочие залупы. То, что здесь всем нравится, это не рэп вообще. Это не музыка черных. Это вас наебали немножко, мне кажется. Инстаграм моего кореша. А у меня нет инстаграма и не будет. Мне просто сегодня... Как тебе многознал? Многознал крутой. Это чей инстаграм? Донецк. Донецку вообще респект. Скоро буду в Донецке. Танцуйте. Слушал. Никак не с оградой. С оградой обязательно с фитонем.
В СПБ будет концерт. Почему ты череп постоянно трешь? Хуй знает. Все завтра. Лед 9 охуенно. Здорово. На фоне. В фоне играет. Я не знаю, что это играет. Здорово. Ну, он белый все равно. Он нихуя не черный. То есть он чувствует музыку как белый. Думаю, скоро глаза конечно. Я не открываю просто глаза не потому что. Потому что я, ну, типа, мне нужно в транс войти в какой-то, чтобы выступать. А для этого мне нужно закрыть глаза. Если вам не нравится, то как бы не ходите на концерты. Так всегда будет. Я, ну, типа, я нахожусь в Москве. В Минске будем, да. Я недавно, кстати, Минск гонял. Вот скоро еще поеду. Но я не по музыкальным делам вообще просто так. Уличный движ. Донецкий, что угодно можно сделать. Донецк очень хочется. Молоко пей. Оп. К Басте хорошо отношусь. Приходи. Да нет, мне разные нравятся. Просто... Просто как бы... Мне не нравится эта движуха, типа трэш-рэперы вот эти все, типа Боунса, вот такого плана. Вообще не нравится. Никак. Зуб в Хопсе, да, выбили, красава, знаешь. В Гуково я бы приехал, но у вас там нет организаторов, видимо, которые меня позовут. Позовут, приеду, не позовут, не приеду. В Гуково есть охуенный человек, Роман. Мне очень нравится Рамдига, вообще, ну, я очень-очень люблю его. Не знаком с ним лично, правда, но обязательно, я думаю, познакомлюсь. Вообще, эта волна мне очень нравится, типа Рамдига, вот Чемоданы, короче, очень крутые ребята. Типси, вот с Типси знакомы, Типси очень крутой чувак. В Питере меня тоже нет, долбишь, чё долбишь. Баста красава вообще. Луперкаль не нравится категорически. Не понимаю прикола. Это монотонный, как бубнёшь. Попытка, ну, это претенциозно очень, на мой взгляд, и совсем неинтересно. А какие-то самые первые треки мне его нравились еще, ну, плюс-минус, ну, там парочка, а сейчас уже это, ну, это очевидно, что исчерпало себя. А Тел, я уже сказал, типа, ну, альбом не понравился, Тел крутой, но последний что-то он как-то однообразный немножко. У меня тоже бубнешь, ну, да, наверное. Стрижка хороший трек, да. Что такое ПТ? А, ну мы на каком-то движе познакомились. Смотрите, мне нравится что-то у него, а что-то не нравится, как обычно. Ну не соглашайся, хуй с тобой. У ННВ это тоже дрочево какое-то, по-моему. Блять. На Дауну, ну я как бы, да, немножко смахиваю, да. Рэп-баттлом плохо отношусь, скорее, чем хорошо. Да, может быть, пойду, а может быть, не пойду. Нихуя, слышь, я тут вообще, типа, ну, я это... Общаюсь, короче, с людьми. Ебать, ебать. А? Че употребляешь-то? Что про анакондас? А что? Что вы, господа, немножко грубовато иногда спрашиваете, как будто я вам что-то должен. Нихуя вам не должен, на самом деле. Приятно, да. Почитать, но ничего не посоветую. Показать не буду. Big Russian Boss. Я вообще не агрессивный. То есть надо уважать друг друга, мне кажется. А если не хотите уважать, то как бы вас уважать не будут тогда. Джипси, я не знаю, во сколько. Во сколько Джипси? 2 часа ночи. Не буду больше вообще. Смотря в каком эфире. Че, мы все, да? В принципе. Че, какие планы вообще? Че, мы с тобой поедем. Ага. В Донецке буду обязательно.
из рус-рэпа, ну, я вообще что угодно могу послушать. Лишь бы хорошо делали всех. Кого угодно. Старый нравится рэп просто. Режиссер есть любимый. Ну, дохуя прям. Мне очень нравится Вон Карвай. Вон Карвай прям... прям крутой. Нравятся Полански ранние фильмы. Кубрик крутой. Очень. У Бергмана очень много чего нравится. У Триера ранние нравятся картины 90-х. В 90-х прям очень четко было у него все. Много чего нравится. Прям заебусь перечислять. Ну, сейчас в последнее время я прям, ну, типа, подсел. Вот у... ну, такой, короче, типа, национальный кинематограф. Типа, вот у Вон Карвая, у него прям ранние фильмы, это прям Азия, короче. Как у Нейриту, допустим, ну, типа, латинские картины вот ранние. Типа, «Сука, любовь», это прям... Вот, у нас тоже были такие режиссеры. Типа, вот Балабанов был очень крутой. Жалко, что он умер, потому что я очень хотел с ним познакомиться всегда. Поэтому никогда, ну, типа, всегда спешите познакомиться с человеком, пока он жив. Вот что. Потому что он может умереть, и все. Вот я бы сейчас очень хотел пообщаться с Балабановым. Селин, ну, как бы, переоцененный просто очень сильно. Ну, а что типа с моей печалью сказать? Тупые вопросы, да. Не буду. Корейский, да хуя что-то смотрел, очень много. Я люблю. Тарковский, как бы, ну, по кайфу что-то. Мне очень нравится «Зеркало» и «Сталкер». Ну, «Солярис» там ничего. Я тебе говорю, что мне нравится такой кинематограф, типа, как «Ранний Карвай» или «Ранний Нейриту». Ну, сейчас в последнее время. Он очень национальный, имеет какую-то национальную принадлежность строгую. И это очень здорово. Ну, я просто сам ограниченный, поэтому у меня сленг ограниченный, что поделать. Концерты скоро будут. Юрия Быкова смотрел, крутой чувак, знаком с ним. Кто не переоценен, не знаю. Лимонов не переоценен. Селин просто, понимаешь, типа, он такой, типа, проклятый дохуя, ну, в массовом сознании. Но я несколько книг у него читал. Он крутой, но, блядь, хуйня, как бы, на самом деле. На все они хорошие. Есть еще Михаил Тарковский. Это племянник, типа, Андрея. Получается, внучатый племянник Арсения. Вот. Очень крутой писатель. Живет в Красноярске. В Красноярском крае. Там, в деревне. Я, конечно, не уеду. Не уеду из России. Куда мне ехать-то? Зачем? Мне 24 года. Бля, что-то я заебался, короче. Надо походу свалю, да, сейчас. Ну давай, ну ты есть. Я вообще не политичен, я дико политичен. Я просто... Просто... Ну, типа... В... Это твой нос? Нет. Это играет Верди, если кому-то интересно, это Верди. Вопрос хуйня, да. Дети, потому что они же, ну, не знают, что спрашивают. Они теряются. Изберите сдать себе. Особенно если вы такие вопросы задаете, что-то с вами не так. Если вы вообще-то смотрите сейчас и хотите что-то у меня узнать, скорее всего, вы немножко незрелый человек. Вам скажу так. Потому что я вот ни у кого ничего не хочу узнать, например. Я, по-моему, зрелый человек. Ну, мне это не прямая зависимость, но... Не будет никаких автограф-сессий, вообще ничего не будет. Мне вообще не интересно. Какой вопрос? Ну, вот сложно сказать. Это будет уже...
В агломерате ничего не будет. Ну, не хочу ничего делать. Мне нравится музыка, мне нравится... Кубрик не снимал «Полет на Луну». «Полет на Луну» — это действительно, я думаю, он состоялся. Вот я, мне не нравится конспирология вся космическая. Хотя Кубрик, я думаю, бы снял 100%, если бы попросили. Мне кажется, если бы, ну, типа, как-то... Не особо популярных писать. Да что я должен советовать-то, блядь? Читайте, что хотите. Это же удовольствие вы должны сами получать. Типа, зачем вам спрашивать у кого-то, что вам делать? Надо самим как-то двигаться. Плохо быть незрелым, потому что ты не можешь понимать, что происходит. Сам за себя ответственность не несешь. Даже если ты думаешь, что несешь. Все? Ну, ты можешь телефон обойти. Что там по зарядке? Заодно апельсин, ну, нормально. Все, ладно, счастливо, ребят.